Вот какие красивые, смотри. Голубенький, вот. Синенький. Ты где на пляже? На пляже. Такой красивый, яркий. Ну что, мать, расскажи хоть, как у тебя ощущения? Блин, первое у меня офигительное просто. Не, ну первое, когда я только приехала, когда мы садились в аэропорту, нас посадили в каком-то поле. Мы вышли, дул жуткий ветер, дождь. Нас посадили в этот автобус, и он ехал реально минут 15-20 по каким-то непонятным дорогам. Там даже дороги не было. Там просто Крым-то такая... нравится? А, Крым нравится. Единственный минус, как многие говорили, что здесь сейчас пока ничего не работает. Но есть маленький ларёчек. Помимо питья здесь еще его покушать можно. Ты пробовал такие штуки? Надо попробовать. Да, ценник там вообще огонь. Просто огонь. Маленький кулечек крекеров, там 100 грамм. 75 рублей, там печенье малюсенький, там 150 грамм, наверное, пакетик, 120 рублей, какой-то, ну, замороженный вот этот обед, полуфабрикат, 240, охренеть, блин. Балдежный сидишь? Да, я балдею. Нравится? Скажи, ты дыщ? Ты дыщ. Я думала камешки ее сфоткать. Я же в ЖЖ надо написать. А что это за растение? Кто знает? Я знаю. Это дерево. А дерево это что, дом что ли? Ну, я автомобиль? Не растение, это а что это? Ну это дерево. Так, давай, посмотри. Есть трава, есть кустарники. Это дерево. Трава, кустарники это не растение? Отстань. Нет. Отстань. Ты тоже в детстве много путешествовала и в школу не ходила? Я предлагаю... Живые раки доставка, видел? Ну да. У нас проститутки в Питере, а здесь живые раки. Точняк, объявление в Питере с проститутками и с живыми раками. Во-первых, не упадет, а ты проиграл. Упала. Ты второй проиграл. Эй! Че? Ты меня толкнул! Ты тоже обманывай! Я тебе покажу! А ну, иди сюда! Я сказала, иди сюда! Как жизнь молодец? Отлично! Я нашла кучу-кучу камушков красивых, таких ярких. Не знаю, откуда они тут взялись. Но они клевые. Да, на стекле что-то похоже, да? Нет. Разноцветно. Это не стекло. Не знаю. Ну похоже же. Похоже. Угу. Но не стекло. Да, не стекло. Ну похоже. Ну похоже. Но не стекло. Ну похоже? Ну похоже. Но не стекло. Я буду кормить голубей. А сам нарвал. Нарвал? Что нарвал? А, нарвал! Наврал! Наврал! Давай мириться. Давай. Мирись, мирись, мирись. И больше не дерись. А если будешь драться, я буду кусаться. А кусаться ни при чем, я ударю кирпичом. А кирпич сломается, дружба начинается. Внимавка. Народ шашлычки жарит. Красота, лепота, да? Да. Вот как твое ощущение? Сколько сейчас градусов? Мне кажется, градусов не знаю. Ну, 18. Да, вот примерно так. И сегодня у нас какой? 26 февраля. Да. Херик. Смотрите, какой шикардосный вид.
Ё-моё, на миллион долларов просто. Ай, когда здесь все зацветет, это будет вообще нечто, да? Да. Круто? Потрясающе. Записывал сегодня видос на красивом фоне моря. А вот такой болтовлоги. И нифига, блин. Там одна часть не записалась. Короче, запишу потом, сейчас лень уже. Сейчас такая погода, что просто ходишь и понимаешь, что, блин, жизнь здесь очень круто. Вот просто нереально. Вот начало рынка. Нам надо вот. Ксюша уже деловая, все знает такая. Вот начало рынка, мам. Кто там? Она с бараном бодается. Он пролезает в дырку и с бараном бодается. Тихо, я сниму. Ой, козлик. Как я хочу. Здорово. Привет. Ой, какой лижет, смотри, палец. Даешь, он лежит. Эй! Он думает, что что-то съедобное. Что? Какой-то бракованный петух. Ну-ка, давай еще разок. Ну, давай. Молодец. Лайк. Давай, Петя, еще. Пипец. На рынке, да, и такая вообще офигительная территория мини. Угу. Это же потрясающе. Да. Это тортик, а есть мороженое? Мороженое у меня было. Угу. Здесь клубника и киви. Если ты клубничку хотела, то можно будет. Ну что? Или зайца клубничный? Зайц точно не буду. Не буду. Я была. Я пробовала. Ну, давайте вот это. Клубника. Киви и клубника. Да. 100%. Мороженое ты пробовала? Да. Держи. Давайте я пакетик. Зашли сейчас в мясной магазин и нашли, не поверите, что белорусскую колбаску. В общем, помните подушечки такие? Ну, кто из Беларуси меня смотрит, тот знает. Брестского мясокомбината. Самые любимые подушечки, в принципе, наверное, большинства белорусов. Очень ценятся, они считаются очень крутыми. Вот, а в Крыму продают колбасы того же самого мясного завода. Или как правильно, мясокомбината. Брестского. Мы купили сейчас колобок с сыром и сосиски какие-то купили. Брестская колбаска. 4,81 лепота, как дома побывал. А сейчас сыр мы купили. Тоже Брест. Да? Да. Я не знаю, кто производитель. Брест. Брест? Ну, тоже какой-то брестский сырокомбинат, наверное. Правильно? Да. Все, дуем домой. Здесь очень крутой подъем от рынка. Поэтому лень нам подниматься. Сейчас дождемся автобуса. Ну, может, и проедем одну остановку. Сейчас с Юлькой, пока ждали автобус, поймались на мысли о том, что Учкуевку, вот именно Учкуевка, не знаю, на весь Крым, а вот именно Учкуевку, вот это очень похоже на Беларусь, на какие-то небольшие городки типа Осипович. Ну, естественно, не в плане природы, а в плане вот ощущений. Такие же улочки, такие же добродушные люди, какие-то простые совсем. Вот, и больше всего еще поразило очень много детей такого Ксюшиного возраста, лет 8-9, гуляющие без родителей, без присмотра. В Питере такого нет. А вот в Беларуси такое сплошь и рядом. То есть дети там, начиная с 5-6-летнего возраста, спокойно гуляют сами, потому что безопасно. И вот в Питере я такого, естественно, не видел. Ксюху мы тоже не отпускали, а здесь полно детей гуляют спокойно, свободно. Это очень здорово. А еще хочу сказать, что очень-очень вкусные продукты. Очень вкусные продукты. Вот сколько мы уже 5 дней здесь, по сути, питаемся. И вот могу с полной ответственностью заявить, что продукты обалденные. В основном, правда, пробуем либо крымские, либо краснодарские. Вот очень много здесь. Основная масса, наверное, продуктов – это из Краснодара и из Крыма. И те, и другие супер. Так что вот так вот. Ну, мне вот именно Учкуевка понравилась, вот где мы сейчас мне были. Да, безумно. То есть она такая маленькая, тихая, хорошенькая, и дети бегают.
ну как-то это настолько все мило, и что-то там делают, и при этом вот эти вот клумбы, видно, что они ухоженные, что оно сейчас вырастет, то есть все такое прям классное, мне нравится очень. Ну и город рядом, на паром прыгнул, 10-5 минут. Да, конечно, господи. Не, идеальное место, на самом деле очень классно, не знаю, как здесь летом. Ну, по большому счету, если переезжать, то надо в первую очередь думать, что в межсезонье, а не летом. Да, Учкуевка у нас такой, на данный момент, фаворит. То есть, даже перед Судаком огромный плюс в том, что если вдруг понадобится за каким-то глешем цивилизация, там, я не знаю, захочется в какие-то модные магазины сходить, ну, в ресторане, в конце концов, посидеть, то нет никаких проблем. Прыгнул на маршрутку, две остановки, потом на вот этот катер, на паром, и все, и ты в центре Севастополя. И вместе с тем ты здесь живешь, и, ну, вот именно чувствуешь, что ты не в центре мегаполиса какого-то, а где-то в таком тихом, уютном местечке. Опять же, кому как, я не знаю, но мне очень здесь нравится. Обязательно вот в ближайшие дни мы еще съездим в Евпаторию, побродим так, на целый день уедем, и обязательно съездим в Судак. Чтобы тоже посмотреть, как вот он осенью выглядит и как там вообще жизнь протекает. Потому что после моей поездки первой мне больше всего, конечно, понравился Судак. Ялта тоже очень понравилась, но Ялта не понравилась этими именно горами. Одно дело там приехать на недельку, а другое дело жить там год и вот каждый раз ходить там за хлебом по вот этим горам. Машина там тоже не особый вариант, потому что там пробки какие-то вообще дичайшие. Даже сейчас вот мы были, пробки сумасшедшие, улочки узенькие, все стоит, да, ну и черт. Не, вот как поменять, ну ты уж, в принципе, сказал, да? Ну, мне здесь Учкуевка рулит? Да, причем, наверное, потому что она чем-то отдаленно напоминает такой белорусский городок. Порядок чувствуется. Да, порядок он есть. Да, порядок и, как называется, безмятежность какая-то, что ли. Агрессии нет со стороны людей, вот. Вот, не знаю, поймете вы или не поймете. Вот на таком, на уровне ощущений. Когда ты заходишь в магазин, тебе там улыбнутся как-то, неторопливо так все. Такое ощущение, что вот, если ты пятый раз вот в магазин придешь, с тобой уже с удовольствием постоят, поболтают, пообщаются. Здорово.